Народный контроль снова в деле. Накануне вечером представители Роспотребнадзора, полиции, члены партии «Единая Россия», а также полномочный представитель губернатора Павел Доронин и простые горожане вышли в очередной рейд. Под прицелом контролеров вновь оказались ларьки. Во многих из них члены движения обнаружили не только просроченную продукцию, но и ту, которая срока годности, видимо, не имеет вовсе. К примеру, на этой халве нет информации ни об изготовителе, ни о временных рамках, в которые она должна быть реализована. Кроме того, нашлись торговые точки, в которых все еще продается хмельное, несмотря на действующее законодательство. За это нарушение к нерадивым предпринимателям будут применены штрафные санкции. Девушка, вот, пожалуйста. Ящик открыт, уже продан. Я продавцу задал вопрос, знает ли она о том, что запрещена торговля пивом. На что она ответила, что с условиями она ознакомлена. И знает, что есть постановление, которое запрещает торговлю. Но все законы игнорируются ими ради наживы.